у тебя указательный палец, он чуть-чуть, такое ощущение, судя по звуку, когда ты его закрываешь, он у тебя вот с правой стороны отверстие, чуть-чуть оно как будто бы присифонивает. Да. То есть с правой, да. Со стороны ладони ты как бы немножко его вперед как бы загибаешь сильно. Вот оно у тебя, смотри, вот так оно нормально как бы, ну, условно, что получается, параллельно плоскости флейты. Вот, а он у тебя немножко вперед, и у тебя там чуть-чуть открывается, и из-за этого, да, звук фальшивит. Попробуй чуть-чуть контролировать, чтобы этот палец ровный был. Вот, он не загибался. Как бы расслабленное положение пальцев, такое полусогнутое, это норм. Но, возможно, на данном этапе тебе надо немножко указательный палец заставить быть ровным.